31-я школа Петрозаводска – одна из самых старых в городе. Сегодня здесь отмечали 55-летний юбилей. Даже в праздник школьникам приходится учиться. Но как приятно в середине дня, вместо того, чтобы идти на физкультуру, поздравить любимых учителей. Каждый класс принес школе по подарку. Родители скинулись, кто поскольку смог и захотел. Первый А, например, подарил магнитофон. Кто-то ограничился книжками и пластинками. Отдельные шефы, будем надеяться, без всякого намека, вручили учителям в подарок огнестрельное оружие.